Там астрологи, нумерологи, это нужные вообще люди обществу или нет? Да, я считаю, любой труд нужен людям. Если есть спрос, значит, есть предложение. У нас же как? Мы работаем в рынке экономики, да, то есть если кому-то это нужно, и кто-то это предлагает, эти люди сошлись, и вот они, один получает услугу довольный и платит за нее, а второй получает как бы деньги и дает эту услугу. Почему нет? Потому что астрология на самом деле это наука, и я даже в школе проходила, это закрепленная наука, то есть как математика, как физика, но просто сейчас мы ей меньше пользуемся, есть там другие источники, да, как там, например, нам, не знаю, путешествовать, там картой мы пользуемся и компасом, а раньше люди по звездам путешествовали, это была вот астрология им нужна. Вот, по распределению там каким-то нумерологии и так далее, это тоже как бы своего образа наука, просто кто-то в нее верит, кто-то не очень, она недоказуемая, точно так же, как квантовая физика, все знают, что это как бы наука, она существует, но доказать ее по факту никто не может, да. Поэтому я считаю, что да, они нужны. Это люди, которые дают знания другим людям, которые эти знания ищут. И так в каждом продукте.